По словам сельхозтоваропроизводителей, отсутствие дождей и палящее солнце нанесли тяжелый урон зерновым и масленичным культурам, растущим на открытом грунте овощам. Напомню, в этом году в самые жаркие дни температура превышала норму на 8-10 градусов. Как результат, урожай почти в два раза меньше прошлогоднего. Похожая ситуация и с кормами для животных. Объем заготовок едва ли превышает половину от необходимого. Сельхозпроизводители уже подсчитывают убытки. Депутаты законодательного собрания уверены, поддержка из федерального центра поможет выйти из сложной ситуации. Было подготовлено постановление об обращении в правительство Российской Федерации и в исполнительную власть Владимирской области, то есть губернатору, администрацию, о выработке как на федеральном, так и на региональном уровне мер поддержки сельхозпроизводителям в связи с аномально жарким летом этого года. Отмечу, на уровне региона уже проводится мониторинг. На его основании будет решено, как на региональном уровне поддержать аграриев. Что же касается федеральных денег, их депутаты облпарламента предлагают направить на регулирование рынков сельхозпродукции и на компенсацию затрат производителей, в том числе на закупку кормов.